Поехали. Сегодня 26.05.2017. 26.05.2017. У меня сегодня новый уровень 270. Уровень 270. В игре Ёлочка 2017. Парижская улочка. ВКонтакте. Победа, победа, победа. Тишка, на печенюшке. Сейчас, подождите, еще кормлю Тишки печенюшки. Так, ну-ка, подожди, не переключать только. Так, печенюшки, печенюшки, Тишуль. Печенюшку, ай. Ай, блин, осторожно. Мне ног не открылся. Ой, ну да. Победа, победа, победа. Галочку поставить надо, бля, обязательно. Ой, ну да. Ну вот и наступил долгожданный уровень 270. Я так рада этому. Угу. И по традиции на губной гармошке. Уровень 170. Ой. Простите, уровень 270. С вами Тишка Ильина. С вами Тишка Ильина. С вами Тишка Ильина. С вами Тишка Ильина. Так. Фаиночка. Фаина. Моя Фаина. Моя Фаиночка. Я надеюсь, она сегодня-то получится. Сейчас я попробую второй раз. Так. Фаина, Фаина. Фаина, Фаина. Фаина, Фаина. Фаина, Фаина. Фаина, 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 выступает народная артистка России Нина Григорьевна Каткова. Нина Григорьевна Каткова. Песня «Спаси у жизни трудной». Спаси у жизни трудной, какой идти дорогой. Да, по свету белому. Простите, дыхание хватит. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом. Хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Простите, я только первый куплет помню. Сой. I'm sorry. А еще я выучила наполовину песню «Бурандушки бабушек». Песню бурановских бабушек. Body foy, body dance. Oh, body dance. Body foy, body dance. Oh, body dance. Oh, body dance. А еще я завтра буду сдавать ГТО. Я завтра пойду на ГТО. Ой. Всем пока. Всем пока. С вами Тишка Яна. Простите. Ага, и еще я вам покажу. У меня есть мармелад. Вот такой мармелад. Вот такой мармелад. Вот такой мармелад у меня есть. Вот такой мармелад. Он в виде ягоды. То есть. Ладно, всем пока. Всем пока. Там дождь что-то пошел. Там дождь пошел, что ли? А, нет, это шум. Просто. Ладно. Простите, я просто сегодня зеваю. Я просто... Это Тишка меня разбудила. Всем пока. С вами Тишка Ирина. Я, в смысле, меня не...
Меня не страничка разбудила, меня в смысле тишка разбудила. Тишка, тишка, у тебя еще две печенюшки осталось. Тиш, печенюшки, тишуль. Две печенюшки, тишу, печенюшки, тишуль. Тишуль, тишуль, тишуль. Ой, блин, не, ну ты, ну ты падаешь, у тебя все юбка и платье падает. Ой, ну да. Тишуль, ну-ка проси. Тишуль, проси. Служи. Служи, молодец, молодец, молодец. Кушай. Это чешуйка у меня научилась служить. Моя любимая кошечка. Так. Ну, чешуль, последнюю печенечку. Давай, раз. Проси, служи, служи. Молодец. Держи печенечку. Молодец. Молодец. Чешуль, скажи. Чешуль, скажи всем привет. Всем привет, скажи, чешуль. Скажи всем привет. Тишуль, скажи всем привет. Всем привет, скажи, тишуль. Скажи всем привет, скажи. Всем привет. А, молодец. Молодец, молодец. Тише, тише. Всем привет, всем привет, всем привет. Тише, ну куда ты пошла? Тише, ну куда ты пошла? Тише, ну куда ты пошла? Тише, скажи всем привет. Всем привет, скажи. Молодец, молодец, все, молодец. Ой, молодец, молодец, пошла. Пошла, пошла, пошла. Тишка моя прыгнула. Все, ладно. Всем пока. Всем пока. Простите. Ой. Всем пока, всем пока. Всем пока. До встречи на следующих уровнях. И я думаю, он скоро будет. Так как я накопила 3015 палочек. Я думаю, он будет 27-го, то есть завтра. Всем пока, всем пока. С вами Тишка Елена. Чао, чао, чао.